Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей, и я продолжаю очищать мир от злобных тварей в Diablo 2 Lord of Destruction Remaster. Обалденное название, попробую выговорить, и уже появится Diablo. Давайте тот же самый щит, и уже пойдем. Давайте каменное поле, нужно пройти проход и добраться уже до темного леса. Там мы сможем подобрать свиток, который позволит нам попасть в место, где пленили того же капитана Джека Воробья. Нет, Декарда Каина, но впереди нас ждет большая толпа. Прогонишу! Давайте подбирать приколюхи и просто двигаться дальше. Я думаю, что сильно заморачиваться не стоит, потому что пока ты разберешься с этими «Рогонишу!», уже просто куча времени пройдет, и мана заканчивается, опять же, очень быстро. Давай, мы хорошие, ну я тебя пощем. Во, подбираем приколюхи и уже можно двигаться дальше. Ну что, ребята, вот мы уже добрались до нашего прохода, и налево пойдешь, люлей гребешь. Ууу, серьезные парни, давайте мана та же самая, и поехали. Обалдеть, они еще там элитные. Что-то я боюсь. Ребята, я не знаю, блядь, пробивают на раз-два. Просто я переживаю, что они могут пожамкать, вот. Так иначе, давайте, ребят, сбегаем в город, в любом случае, да, сделаем побольше маны, и потом уже будем разговаривать, потому что начало такое обалденное начало. Орден приветствует тебя. Давайте мана в первую очередь, вот, и хотелось бы поезд побольше, но пока не попадается. А что хорошего? Дополнительная сила? Полнейшая шляпа. Дополнительная сила, немного выносливости, но, как по мне, это полная херня. Давайте починимся. Добрый день. Пам-пам-пам-пам. Чарси, бери молот и пошли помогать. Вот, можешь сделать броню получше, но... поезд пока не попадается. Ладно, ребята, давайте пытаться катить противника и надеяться, что он меня не пожамкает. Опять же, там большая толпа, есть элитный парень. Ну вот, поэтому, разумеется, местами переживаю. Если меня память не изменяет, эта аура позволяет попадать по нашему персонажу, поэтому... Давай мана та же самая. И пытаемся. Проблема в том, что пока я бегу, я могу собрать толпу еще больше. Вот, поэтому я, разумеется, переживаю очень много этих тварей. Обалдеть, давай, ча-ча-ча-ча-ча-ча, продолжаем пытаться выжить. Мне нужна мана. Но тебе. Да, уж определенно нужно прокачивать нашего персонажа, потому что, похоже, я уже не вывожу. Вот, а в темном лесу будет также просто куча тварей, в том числе элитных, да? Поэтому, зажимаю. Валя. Да неужели. Здоровья остается очень мало, поэтому давайте в город и... да уж, весело. И, ребята, опять же, какой еще нахер хардкор, да? Мне тут своего хардкора хватает. Я к тому, что сложность я правильно выбрал. Лучше бегать на софткоре и... Не знаю. Давайте пытаться. В любом случае, часть противника мы уже пожамкали, поэтому залетаем. О, парни, давай. Давай, но тебе. Самое опасное, это чтобы не привлекать новых тварей, потому что такое часто бывает, когда ты бегаешь от противника или за противником, да, приманиваешь новых тварей, и толпа становится больше. Вот, поэтому... Давай. Уже остается буквально пару тварей, но, опять же, остается еще элитный. Давай, катим, бегаем. Волшебница, живи, моя хорошая. Есть сопротивление к огню, давайте возьмем, чтобы было. Вот, и мана уже заканчивается. Я не знаю, ребята, здоровья нету, маны нету, поэтому давайте бегать в город и пополнять наши запасы. Обалденно, зашел в пещеру и сейчас буду по полчаса возиться с обычной пачкой противника. О чем уже разговаривать, да? Куда я пошел? Круто, ты попал на ТВ. Здоровья уже не остается, поэтому давайте больше здоровья. Во, мана, пожалуйста, здоровье. Мана можно сразу побольше взять, в любом случае, чтобы не бегать. Давай, моя хорошая. Кастуем щит, но, похоже, он мне не особо спасает. Но тебе. Ничего, ребята, прокачаем нашего персонажа, потом будем раздавать. Когда-то в далеком будущем, да? Как начало Звездных войн.
в далекой галактике. Вот так же самое. Ё-моё, нихера они там раздают. А, даже не знаю, давайте я там пропиваю ману и продолжаем. Че-че-че-че-че-че-че. Мана заканчивается, вы сами видите, буквально там пару раз. Да неужели, неужели? А, нет, это еще не главный, это еще не главный. Давай. Но тебе. Недостаточно маны. Бляха, да неужели? Вот что можно сказать, да неужели? Давайте мана та же самая. Здоровья уже не остается, поэтому... не, давай, о. Давайте подбираем здоровье, давайте подбираем ману побольше, да? И тогда все будет хорошо. Да неужели, неужели? Но по опыту все хорошо, в том плане, что большая толпа, с которой мы с горем пополам разобрались, дала просто куча опыта. И следующее заклинание, которое открывается, оно будет уже только на 18 уровне. А у нас только 8 уровень на подходе, поэтому, в общем, не скоро. Да уж, весело. Бегаем по какой-то пещере, темно. Бегают страшные твари в виде тех же самых раконишу. Недостаточно маны. Но тебе. Мана, ты куда ушла? Ушла по делам, похоже. Давайте банка на выносливость и... не, полнейшая шляпа. Есть смысл подбирать белые вещи, если, допустим, там посох некроманта. Вот, он даже белый стоит неплохо. Ну, а разумеется, там какие-то шляпы, стрелы, луки. Оно того не стоит. Просто куча места занимает, а стоит дешево. А, рубин. А, буду богатой, богатой волшебницей, которая умрет, похоже, богатой. А, здоровье. На, подожди, братан. Ага. Не, херня. Кожаный доспех. Не, давайте двигаться дальше. Привет, парни. Ну тебе. Я уже боюсь этих тварей, потому что столько они нервов, сил моих вымотали, да? Но так иначе до повышения остается еще буквально там немного. Но опять же, новый уровень ничего нам не сулит. Там не открываются какие-то новые заклинания, поэтому сильно сетовать на новый уровень не стоит. Во, хорош, ядрёная ложь. Здоровье заканчивается, поэтому давайте пропиваем здоровье. Мана тоже заканчивается. Все заканчивается, ребята. Это уже классика, это уже обыденность. А, даже не знаю, держи. Че, получайте, твари. Я не знаю, ребята, мана заканчивается очень быстро. Заклинаниями никого не убиваем. Тогда спрашивается, какого черта мана заканчивается, да? Хотелось бы, знаешь, если хотя бы не убиваем никого, тогда мана пусть не заканчивается. А если мана заканчивается, хотя бы кого-то убивать. А в итоге мы и никого не убиваем, и мана еще заканчивается постоянно. О, такая круговая порука. Но тебе раконишу поганый. О, так иначе у нас есть еще банка на выносливость, поэтому пропиваем и бежим дальше. Чего? А, повышение. Я уже думал, квест какой сделали. Давай здоровье то же самое. Даже не знаю, давайте выживаемость. Я понимаю, что ману тоже нужно прокачивать, но сделаем попозже. И следующее заклинание создает... А, Frost Nova, похоже. Создает расширяющееся кольцо льда, которое наносит урон и замедляет противника вокруг. Ага, встаньте, дети, встаньте в круг. В любом случае, ее нужно также прокачивать, да, по ветке двигаемся. И следующее заклинание — ледяной шип. Ха, обалденная тема, но, опять же, 18 уровень, ты попробуй еще доживи. Попробуй доживи, потому что, видишь, даже обычные противники напинывают по жопе моей волшебницы, поэтому я уже не хочу настолько забегать вперед и пытаться что-то загадывать. Газ. Напердели зомби в банку, поэтому... Вообще, по идее, газ — обалденная тема, я раньше как делал? Допустим, чтобы убить ворона крови, брал банку с газом. А прикол в том, что там дэмэдж хороший, да? И также она херачит по площади. Потому что там очень важно. Потому что ворон крови постоянно призывает куча зомби. И у меня даже получалось с помощью банки с газом спокойно убивать зомби.
Потому что у нас, видите, ребята, заклинания не будут пробивать толпу зомбей. Вот, и банально, она-то по нам будет попадать, а мы по ней нет. Поэтому, разумеется, местами переживаю. Но так или иначе, у нас есть алтарь на бег, уже хоть что-то хорошее. Выносливость, давай, давай. Подбираем здоровье, подбираем выносливость и продолжаем. На тебе. Вот же твари. Давайте мана та же самая, потому что я уже задолбался бегать с пустой маной. Подбираем зелье выносливости и продолжаем. Кольцо. Богатый раконишек, богатый. Ха. Не, алтарный огонь такой себе. На тебе. Очень быстро заканчивается. Я не перестану бомбить, похоже, да, по поводу того, что мана... Мана, ты куда ушла? По делам, похоже, мана. Такая, братан, я занята немного. Давай это, увидимся. О, Раганишу. Ну, хорошо, что нету шаманов, потому что когда шаманы воскрешают, Раганишу бегают. То, что нужно. Давай. Там был, кстати, второй уровень. Но похеру на второй уровень. Я понимаю, что там сундук может попасть еще. Ребята, я уже задолбался, серьезно. Там может попасть элитка. Вот, поэтому давайте лучше бегать по, скажем так, по местности, да? И особо не заморачиваться. Подожди, мать, я же пропиваю. Похоже, я пропиваю немного не то, что нужно. Болты, не, полнейшая херня. Ну что, ребята, нужно найти телепорт, нужно найти древо, потом... сбегать до Акары, вот, и, ну, опять же, с нашим выживаемостью, с нашей, лучше такие планы не строить, потому что все может очень быстро закончиться. Набежали, твари, на тебе, волшебницы лезет, а? Может, мне серьезно впору ловкость и силу прокачивать и брать тот же самый молот, да, бегать с молотом и убивать противников в ближнем бою, но так иначе вроде разобрались, да, с горем пополам. Здоровье уже почти не остается, поэтому давайте я там пам-пам-пам. А там еще и, там еще элитные, да, так называемые. Во, хорош, ядрёный вож. На тебе, живучий ублюдок. Во, пропиваем ману и продолжаем. Ага, держи. Видишь, он постоянно бегает, поэтому попасть местами крайне тяжело. Да неужели? С горем пополам разобрались, да? По поводу щита. Нет, давайте продолжать бегать со стаминой. Я понимаю, что она скоро заканчивается, но так иначе. Уже закончилось. Пошли нахер на конишу. Воу, теперь берем щит, и есть шанс того, что противник по мне не попадет. Хотя, кого я обманываю, это фантастика, похоже. Ага, а кто в теремочке живет? А там мана живет, там золото живет. Нормальная у нас волшебница зашла, ограбила такая беспалево. А чё нет, чё нет? Не, ребята, а чё переживать? Здесь уже, собственно, людей не проживает, обитают только твари. Ну, а думаю, что тварям золото уже ни к чему, да? У них другие задачи. На тебе. Вот, они ушли. Следующая локация. Ну что, ребята, продолжаем бегать. Напоминаю, что нужно найти телепорт. Нужно найти, опять же, дерево. Не знаю, как это работает, но кто-то свыше, похоже, услышал мои мольбы, и мана попадается очень часто. Кираиль, спасибо. Это его рук дело, похоже. Да уж, ни телепорта, ни хера. Пропиваем выносливость и продолжаем. У нас, я понимаю, что места не остается, но давайте продолжать бегать. В любом случае, нужно найти телепорт, опять же, то же самое дерево. На тебе, всех заморожу. О, морозильник, да? К нам пришел Дед Мороз и подарочки принес. Кому чё, кому ничего, кому хер через плечо, кому шапку полосатую, кому хер волосатый. Куда-то меня не туда понесло. Ага, иглокрысы поганые стреляют. Вот чем плохо, что куча деревьев и
наши навыки могут спокойно утопать. Во, то, что нужно. Разумеется, когда видишь больших мишек, в том числе элиту, да, которые на тебя бегут, ты сразу понимаешь, что дерево где-то поблизости. На тебе. Держи. Маны нету, здоровья нету. Да неужели? Живучий парень, живучий случай. Я не смогу нести чего больше. Ты, моя хорошая, место уже, похоже, не остается. Давайте я-то в город и... А, нет, давайте сперва. В любом случае нужно показать свиток Акари. Во. Это древнее дерево окружено магической аурой. Магическая аура. Фу, поехали в город. Акара, я бежу. Прекрасно. Я перевела руны на свитки. Теперь найди круг камней и дотронься до них в том порядке, какой я указала. А, здорово. Ну что, ребята, нам Акара перевела, и теперь мы можем понимать, в каком порядке активировать камни. Я помню, раньше вообще особо не заморачивался, просто тыкаешь по камням, и в любом случае там ошибиться нельзя, да, поэтому просто нажимаешь по камням. А, подожди, продать наши вещи. Добрый вечер, вечер встреч. А, вау, очень много вещей, поэтому поднял бабла. Продаем. Ага, продаем. И продолжаем бегать по нашим припасам. Полная херня, но в любом случае у нас даже такого нету, поэтому давайте оставляем. Больше защиты, похоже, дает, да? Да, побольше защиты. Почему нет? Не зря же я силу прокачивал. Во, вот я понимаю. Значит, стакаем наши ключи и впариваем. Нет, давайте так и быть. Газ тоже впариваем. Выставляем здоровье. Здоровье, ты знаешь, а так много о жизни моей непростой. Нет, давайте в любом случае сбегаем до сундука, сильно много камней, и чтобы не занимать место. Остается сбросить наши деньги и уже можно двигаться дальше. Это напоминает, знаете, ребята, тот случай, когда Гарри Поттер в первый раз поехал в Хогвартс, такой, типа, мне на все, у него там была куча золота, и вот наша волшебница, похоже, тоже очень богатая, довольная, но не настолько довольная, как я, потому что мы почти уже добрались до Декарда Кайна. Постой, послушай, мой хороший. А, подожди. В любом случае, нам нужно найти телепорт, потому что если мы этого не сделаем, придется по новой бежать через всю Ивановскую, поэтому... Давай, мои хорошие, у нас уже, по-моему, была следующая локация... А, вот и телепорт, давайте, ребята, еще побегаем. Во, показывай, здоровье. Нам в любом случае нужно набить опыта, набить уровень, потому что, скажем так, Декарда охраняет мерзкий ублюдок, который дает проклятие, достаточно сильный, и придется к этому готовиться. О, и стамина еще, обалдеть, то, что я хотел. Еще бы мана постоянно восполнялась, но это уже фантастика. Мне нужна мана. Неужели, живучие твари. Ага, а мана, похоже, больше нет. Продолжаем бегать, набиваем опыта, набиваем уровень и пойдем спасать. Постой, послушай. Ну, а тебе. Но, кстати, мобов я замечаю, что не так уж и много. Почему-то я думал, что в темном лесу их побольше. Возможно, я чего-то не понимаю. Ну, тебе, иглокрысы проклятые, стоят на большом расстоянии по тебе. Пам-пам-пам-пам, раздают, у тебя здоровье убывает постоянно. Думаешь, а что это такое? Это иглокрысы. Да хорош от меня бегать. Фу, да уж, раханишу. Видят, что у меня маны нету, поэтому придется за ними гоняться. Да неужели? Мы уже почти полностью оббегали локацию, но там, опять же, по центру еще куча разных приколюх. Во, ну, держи.
Парни, давай. Давай. По центру, опять же, там куча деревьев, поэтому наши навыки будут просто в молоко, поэтому придется также бегать, раздавать с помощью нашей дубины. Вот. А в любом случае придется, потому что мана постоянно заканчивается, и я даже не знаю, мы точно волшебницы, да, то есть, может, это варвар, женская версия, потому что мордой похоже, да, по палаткам тоже бегаем, раздаем нашей дубиной. На тебе, о, показывай, уже распечатал. И бежим дальше, локация заканчивается, у нас уже почти повышение. Ну, опять же, а что я могу прокачать? Больше здоровья, как бы, и все. Нам особо это не поможет, похоже. Давай, моя хорошая. Можно щит, по идее, взять, да, и сразу пойти. Во, прогонишу, получай по щам. Да уж, весело, что-то повышением и не пахнет. Противники, вы куда убежали-то? Серьезно, закон подлости. Когда начал видео, на меня набежала большая толпа, от которой я просто постоянно бегал в город. Ну а когда нужно повышение уровня, то никого нету. Вот. Давай, во. Парни, ау. Ага, сундучок. На тебе раханишу. Давай, держи. Ча. Мана есть? А в какой-то веке, да? В какой-то веке у нас есть мана. Я, если честно, уже забываю такие моменты, когда мана есть. Ха, реген маны. Обалденный алтарь. Давайте это не заморачиваться. Давайте возьмем алтарь и уже пойдем сразу на спасение Декарда. Бежи. Но, по идее, по времени алтарь долго держится, поэтому сильно переживать не стоит. Ну что, нужно добраться до камней. Опять же, а где они? Я не ведаю. Нихера себе, куда камни пропали? По-моему, когда ты перезаходишь, да, то камни пропадают. То есть противники обновляются, камни пропадают, и бегай по новой. Не знаю. Давайте пожамкаем противника и... Не, повышения еще не будет. Давай, моя хорошая. Но стамина заканчивается, поэтому местами я переживаю. Давай. Найдем камни, и уже можно будет отправляться. Во, пожалуйста, то, что нужно. На тебе. Раконишу стреляет молнией, по-моему, поэтому ни в коем случае его не стоит допускать до нашего персонажа, иначе у нас здоровье. Здоровье. Держи, парни. На тебе. Да неужели? Почти. Фу, разобрались. С горем пополам. Прогонишу. Фу, давайте, ребята, активировать камни и уже... А, не, подожди, там... Воу, хорош. Набросал просто куча желтого, также повышение. Не может не радовать. И продолжаем добивать тварей. Во. Ага, побольше здоровья. Парни, хорош. Да неужели? Подбираем банки и продолжаем активировать порталы. Во, почти. Да неужели? Фу. Обалденно сделано. Это страшный портал. Тристрам. Тристрам не мог противостоять ярости Диабло. Да, ярость Диабло. Здесь, по-моему, также есть корова, которую лучше не подходить. Нет. Она подрывалась. Возможно, я чего-то не понял. Давайте щит и поехали. На тебе, Тристрам в огне. И впереди этот ублюдок Гризель, по-моему, называется. Давайте мана. Ребята, его не подпускаем, потому что он дает проклятие, и по вам дэмэдж резко становится больше. Поэтому лучше убивать с большого расстояния. По идее, если его подмораживать, парень такой медленный, поэтому даже до нас, я думаю, не доберется. На тебе, уже половина здоровья, но мана заканчивается. И... Подожди, о, давайте пропиваем. На тебе.
почти пожамкали, и, как по мне, лучше к нему не подходить, потому что он также может взрываться. Но, опять же, я могу... опять же, могу ошибаться. Продолжаем раздавать. У него уже почти не остается здоровья, но, опять же, маны у меня тоже не остается, поэтому давайте это в город и восполним нашу ману. Привет, моя хорошая. Да. Ха. Побольше маны. И давайте пройдемся по нашим вещам. Неплохо, неплохо впариваем. Вау, вау. Дополнительное здоровье, мана. Почему нет? Почему нет? Всяко лучше нашего. Сила максимальный дэмэдж. Почему нет? Я думаю, что это будет очень актуально для нашей волшебницы, с учетом того, что я часто бегаю в ближнем бою. Нет, у нас, по-моему, получше, поэтому давайте впариваем и бежим дальше. Плюс один к дэмэджу. Опять же, это только для бойцов ближнего боя, коим я являюсь, да, потому что часто бегаю и бью нашей дубиной. Все похоже. Это можно впаривать. Один свиток лишний, в любом случае, сейчас у нас уже будет Декаркайн, который позволит нам опознавать вещи. Да, да, по идее все готово. Давайте повышение. Даже не знаю, давайте сила. Хоть и не очень хочется ее прокачивать, но придется, чтобы таскать броню получше. Ну и здесь побольше регена маны, хотя это меня не особо спасает. Поехали. Я страшный Гризвальд, я иду за тобой. Бесполезный ублюдок, даже не подрывается. Он, пожалуй, подрывается, только на сложности повыше. Во, там, пожалуйста, и раконишу, и скелеты, кого только нету. Давайте побегаем по локации, по замкам противника. Недостаточно маны, дайте ман. Мать, где возьму, у тебя постоянно ее. Нету маны. Я уже серьезно задолбался от этой херни. О, бляха, надо точно полную сумку маны, похоже, покупать. Ой-ой-ой, парни, я попутал. Давайте в город. Не знаю, давайте больше маны. Фу, да уж, весело. Давайте свитки затарим. Показывай. Ну это полнейшая херня, то есть занимает куча места и даже будучи синим, стоит очень дешево. Ну что, ребята, возвращаемся. Спасение Каина крайне тяжелое, потому что самое сложное, разумеется, убить противника, который его охраняет. На тебе, опять мана закачает, да что такое-то? Вы скажете, Леха, так не прокачивай силу, прокачивай больше маны. Ну да, да, потом попадется броня, которую я попросту не смогу одеть, поэтому, разумеется, я действую на перспективу. Да держи ты свою ману, только заткнись уже, устал уже. Да неужели? Нету маны. Я уже резал, задолбался эту херню это слушать. Фу, подбираем здоровье ману. О, побольше золота. Поднял бабла. Давайте мазапака щит. И впереди там все горит и полыхает. Ща, Каин, я спасу тебя. Спасу. Подожди, мой хороший. О, там целая толпа. Раканиша. На тебе. О, в первую очередь шаманы, да? А потом уже... Раканиша. На тебе. А неплохо я сбегал, да? Уже половина уровня. Почему нет? Подбираем ману и продолжаем Раканишу, чертовый. Давайте, ребята, уже бежать до Каина. По идее, локация не очень большая. И особо противника здесь и не так уж и много. Немного, такая целая толпа. Обалдеть, нихера себе немного. Там еще элитные. Давай. Ни слова, блять, про ману. Я уже устал эту херню от тебя слышать.
На тебе! О! Подожди, а маны? Маны тоже нету. Не, ребята, придется бегать в город, потому что, видишь, там шаманы. Вот, они постоянно будут воскрешать и, в общем, нужно с помощью наших заклинаний пожамкать, да? Привет тебе! Здравствуй, мой хороший, как у тебя дела? Все хорошо. Фу, Каин, я бежу и пытаюсь выжить. Вот видишь, опять же, только сбегал в город, он уже навоскрешал. Уже добраться до шамана, но я не ведаю, где он там стоит в толпе. Он еще элитный, похоже. На тебе, пропиваем ману и продолжаем раздавать. Во, да неужели, почти похоже. Фу, Каин, короче, ты мне должен, потому что, серьезно, это была полнейшая дичь. Подбираем приколюхи. На помощь! Во! Ты свободен, словно птица в небесах. Декарт, Каин, поспеши в лагерь разбойниц. Подожди, братан. Разумеется, он открывает портал и тут же убегает. Почему я не могу побегать по его порталу? Такой типа, да похер, уже Леха меня спас, уже выбирайся как хочешь. Фу, да уж, весело. Но так и иначе, ребята, нам уже делать попросту нечего, поэтому давайте возвращаться в город и пообщаемся. Постой, послушай обалденную историю. Привет, мой хороший. В знак благодарности я буду распознавать для тебя предметы бесплатно. Это очень полезно. К несчастью, я никак не мог предотвратить катастрофу, уничтожившую Тристрам. Казалось, сбылись наши самые худшие страхи. Диабло, владыка ужаса, вновь на свободе и грозит уничтожить наш мир. Ты знаешь, что некогда Диабло был сражен в катакомбах под Тристрамом. И когда наш герой вернулся с победой, мы праздновали несколько дней кряду. Но шли недели, и наш герой начал замыкаться в себе. Он начал сторониться остальных. Казалось, что им овладевало беспросветное отчаяние. Я решил, что тяжелые испытания, через которые ему пришлось пройти, осталось грузом у него на сердце. С каждым днем душевные муки героя становились все очевиднее. Я помню, как он просыпался ночами, все время крича что-то про Восток. А затем он просто ушел. И вскоре на Тристрам напали полчища отвратительных демонов. Многие погибли в тот день, а меня оставили умирать в проклятой клетке. Теперь я уверен, что герой Тристрама и есть тот темный странник, что прошел здесь перед падением монастыря. Я боюсь наихудшего. Я боюсь, что Диабло поработил героя, который стремился его убить. Если так было, теперь могущество Диабло возрастет многократно. Твой долг – остановить его, иначе все пропало. Все пропало, клиент уезжает, гипс снимают. Ну, нам уже, собственно, намекает на второй акт по поводу того, что пленили Тироэля. Но давайте не забегать вперед, у нас еще босс первого акта жив, и неизвестно вообще, чем это закончится. Да, получается, ворон крови, спасение Декарда. А, нужно поговорить с Акарой, похоже. Давай. Каин спасен ценой твоих героических усилий. Спасибо тебе. Мы должны немедленно испросить у него совета. Подожди, совета, постой, послушай. Она, по-моему, дает какую-то награду, но, опять же, я могу ошибаться. Давайте пройдемся по нашим вещам. А, подожди, какого черта? У нас уже Декарт может опознавать вещи. Давай. Постой и послушай мою обалденную историю. Я расскажу тебе, братва, как еще я был молодым и неопытным. И у нас случился небольшой инцидент.
сопротивление, дополнительная энергия. Давай, давай, потому что рейтинг атаки — это полнейшая херня. Но, опять же, если учитывать то, что я бегаю постоянно с оружием ближнего боя, дополнительно... Оу, дэмэдж от яда. Но, опять же, это когда бьешь с руки, чем я часто и занимаюсь. Давайте сбегаем до сундука, что-то много разных банок, камней. Во, сейчас сделаем побольше места, и уже можно... А я даже не знаю, давайте... Давайте бежать дальше по заданию, почему нет. Во, хорош. Починим наши вещи и возьмем следующий квест. Когда я бежала из монастыря, то оставила там Харадримский молот, свой зачарованный инструмент. Верни его мне, и я усилю твое снаряжение с помощью его магии. Можно было бы это делать почаще, да? Но нет, но нет. Оружие, броня. Ничего хорошего нету. Я хотел бы пояс получше, но пока не попадается. Потому что там уже определенный уровень. Я не знаю, какой там есть привязка. Ворон крови. Подожди, черное болото. И да, нужно раздобыть молот, который можно настучать противнику по голове. Нет, давайте темный лес и бежим на следующую локацию. Подожди. Болото, по-моему, следующая локация, потом уже плато Тамое. Ну, вот. Я пытаюсь ее вспомнить вообще, но так иначе. Здесь мы еще пока не бегали и... Ага, не бегали, никого нету. Вот, давай, моя хорошая. Черное болото, следующая локация. А я не помню, есть ли телепорт. Во, черная топь. Черное болото, и нас уже встречают мишки Гами и также Раконишу. Блин, опять эта деревня Раконишу. Разумеется, они бегают, они воскрешаются, поэтому попасть местами тяжело. О, давай, до свидания. И стамина уже тоже заканчивается, но благо есть банки, поэтому... Недостаточно маны. Нету маны. Давай, моя хорошая, во... Это варвар, это Спарта! Давай, на тебе по щам! Во, хорош! Продолжаем бегать, и впереди там целая толпа. Но банка с маной есть, поэтому можем себе позволить. Разумеется, нужно отбегать, потому что если противник до нас доберется, надает по щам, и ничего хорошего не будет. Во, парни! На, держи! Во, продолжаем! Мне нужна мана. Не начало, они до тебя доберутся, у тебя будет и мана, и не мана тоже будет, и здоровье. Давай, моя хорошая. Уже почти повышение. Давайте пропиваем банку и пытаемся свалить. На шару. Видишь, мы подмораживаем, но мана уже заканчивается, поэтому... Да неужели, не поваляешь, не поешь. Держи, мой хороший. Пам, давай. И зверок, это страшный, ужасный. Давай уже, большой парень. Фу, подбираем побольше маны. Во, здоровье и поехали. Подожди, парни. Пропиваем ману и продолжаем раздавать. На тебе. Пиздец, я не успеваю убивать противника, уже мана заканчивается, серьезно. На каждого противника нужно, ну, целая сфера маны, похоже. Да жесть, они живучие случай. О, да неужели. Фу, да уж весело. Я не знаю, давайте это в город. А, нет, подожди, город, давайте повышение. Не, похеру, поехали. Нужно затарить побольше банок и восполнить нашу ману. Да. Да, маны уже не остается. Ха, побольше маны давайте, ребята. Ну, а здоровье пусть оно остается. В любом случае мы потратим. И я забыл, что мы освободили Декарта, поэтому. Так, ничего хорошего. И двигаемся дальше. Разумеется, я постоянно забываю про щит. Но в любом случае это проходной щит.
не тот, что нужен. Вот, а то, что нужен, мы будем прокачивать, и у него будет дольше время действия, поэтому даже особо не заморачиваемся. Единственное, ребята, я не помню, если на болотах телепорт, это нужно бегать опять же в город, посмотреть вообще, где телепорты. По-моему, был, но я могу ошибаться. Шесть мана, да хорошего. Да. Недостаточно маны. Да неужели, повышение маны тебе та же самая. Фу, весело. О, бежи. О, побольше опыта. Но, как по мне, лучше мана, потому что мана заканчивается на раз-два. Фу, да уж. Давай, моя хорошая. И впереди... Подожди. Пещера. Не, пещера потом давайте, ребята. Вот та башня, которая нужна по квесту. Че это было? Похоже, мы восполнили здоровье, но так как у нас и так было полное здоровье, поэтому... Но тебе. Очень много алтарей попадается, не может не радовать. Но, разумеется, я пытаюсь бегать в попытках найти тот же самый телепорт. Но пока не попадается. Следующая локация, плато Томоэ, по-моему, называется. Давай. Это что вообще было? Это черное болото. Хер поймешь, короче. Давайте банка и продолжаем бегать. Давай, моя хорошая. Опять же, видите, ребята, я не помню, потому что, может быть, телепорта вообще нету. Вот, и я бегаю просто как идиот, да? Почему как, да? Да, что-то телепорта не вижу. Придется, похоже, бежать в город, потому что нужно понять, есть ли вообще телепорт. Ой, живучий случай, и мана заканчивается, все заканчивается. У нас опять же висит приколюха, которая позволяет увеличивать опыт, но это меня не особо помогает. Даже не знаю, давайте так и быть, давайте в город. Не хотел этого делать, но похоже придется. Тем более мана в любом случае заканчивается, поэтому... Привет, моя хорошая. Доброе утро. Доброе утро, как у тебя дела? Пока не родила. Бежим до телепорта. Показывай. Да, есть телепорт, поэтому... Там есть еще проход повыше, давайте сбегаем. Стамина заканчивается, поэтому я особо в любом случае когда-нибудь прокачаю нашего персонажа. И про стамину я уже перестану думать. Когда я перестану думать про ману, вот меня больше вот этот вопрос волнует, но похоже никогда. Ага, следующая локация. Ну как следующая, по идее та же локация. Во, давай. Половина маны требуется, чтобы убить одного изверга. Вы че, упоролись? Серьезно. А почему маны нету? Почему? Вот почему, блядь. Потому что половину маны потребуется, чтобы убить одного противника. О чем можно разговаривать? Вот там раконишу они живут. Ты вторгся в наш дом, мы раконишу. Страшно и ужасно раконишу. И банок на выносливость, разумеется, по традиции нету. Почему нет? Сейчас будем еле ползать. Раконишу, даже ничего хорошего нету, обалдеть. Давайте бежать дальше и пытаться найти телепорт тот же самый. Фу, ну по крайней мере я теперь точно знаю, что он и есть. Давай, на тебе погоны, твари. Раконишу. Мне нужна мана, я знаю, что тебе нужна мана. Постоянно это, каждые 5 минут я это... Какую 5 минут? Каждую минуту я это слышу. Но нужна мана, я уже... Следующая локация. Плато домой. Да. Ну, те твари. Не успел зайти на локацию, нас уже встречают и пытаются пожамкать. Умирают так забавно. Да неужели? Пока убиваешь этих тварей, подбираешь какую-то полнейшую херню, потом в городе такой, а почему у меня какая-то беспонтовые вещи? А вот как раз подбираешь, пока противника убиваешь. Мне нужна мана. Да неужели, уже две банки пропил, уже продолжаем бегать и
Нужна мана, нужна мана. Это девиз нашей волшебницы, похоже. Нужна мана. И нужна стамина, да? И стамина, и здоровье. Короче, все заканчивается. Давай уже. О, за счет того, что у нас дубина желтая, она дает даже мана-реген. Вот. И так, что буду бегать, раздавать в ближнем бою. Да неужели? Телепорт, ура! Давайте в город и прокачаем нашего персонажа. Сделаем больше маны, а также мана-реген. Декарда Каина спасли, и теперь уже можно прощаться до следующего видео. Если видео понравилось, большой палец вверх. Также подписывайтесь на канал, есть группа ВКонтакте. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.